Доброе утро, город. Давно уже не сидел на единице. Так, буду рассказывать. По политику не буду рассказывать, да. По просьбе восьмерки, девятки и всех столов, да. Всех тут игроков застал. Я буду рассказывать про новые хобби, то, что у нас есть вместе с господином Эллером. То, что мы ходим вместе с господином Джессикой играть настольный теннис в бассейне. Очень это весело, конечно. Весело, конечно. Спортом занимаемся после школы, в четверг и в пятницу, нет, в среду и в пятницу, вот так мы играем в теннис, там полтора часа до десяти, пока нас не выгоняют. В пятницу, да, там с трех до пяти я там могу, с трех до шести могу, да, поиграть вот так вот. Интересно очень, я люблю настольный теннис, очень не так уж хорошо играю, нет, нормально играю, я лучше, чем господин Айвер, играю настольный теннис, и госпожа Джессика может мне еще сказать. Да, я там набираю с опыта, и еще там в школе играем. Игрок номер два. Доброе утро, город. Молодец, Ману не пропадает, да, зря. Родители Ману платят. Я помню, я брала Ману на один год. Мы ходили изо дня в день втроем, я и две моих малых. Это вообще было, эмет, что это была жесть. Им нравилось, а мне это было вообще. Я сказала, больше нет Ману. Или не платить. Или не платить, или платить и ходить так, как надо. Так что молодцы. С господином Биби поиграю. Речь хорошая про спорт. Ну, в общем-то, она не вспомнила, да. Мы жили там поближе просто. Вот. Я сижу под впечатлением еще прошлой игры, так что поэтому на меня можно так, что очень-то сильно посмотреть. Спасибо. Игрок номер три. Доброе утро, город Денерис, красный игрок. Ну что, 1-2. Для меня, наверное, 2 чуть покраснее, чем 1 из 1-2. Вот, потому что, видимо, действительно под впечатлением прошлой игры. Если бы сейчас
была карта какая-нибудь. Не та, которых большинство в колоде. Наверное, уже под впечатлением прошлой игры. А видно, что под впечатлением. Я понимаю, я тоже под впечатлением. Вот. Единицы, не знаю, надо слушать позицию. Пока, в общем, нейтральные речи. Нельзя сказать, что есть за что сильно играть или есть за что не поиграть. В общем, пока за скобками. Ну, два, осторожно поиграем. 10 секунд. Спасибо, пас. Спасибо. Доброе утро, город. Джессика, красный игрок. Игрок номер один, в принципе, неплохая речь. Я пока что оставлю за скобками, потому что ни туда, ни сюда. Игрок номер два. Как по мне, чуть-чуть коротковатая речь, но я аккуратно поиграю с два и аккуратно не поиграю с три. Ну, не судьба у нас играть по нулевому. Ну, что делать? Я тогда не знаю цвета. Когда я тогда не знаю ваш цвет, так я могу с вами играть спокойно. Не знаю ваш цвет. Поэтому я с вами пока что неаккуратно не играю. Не говорю, что вы черный. Нет, просто хочу послушать еще раз. Насчет настольного тенниса, да? Все очень классно, замечательно. Приходите, играйте. Вам еще далеко не того, что вы умеете, нормально. Но вы продвигаетесь. То есть это вообще классно, то, что вы приходите нормально. Все, спасибо. Спасибо, Гафан. Не люблю я оказываться в ситуации, город, когда мне очень немало кого с кем есть поиграть. Мне кажется, что до меня поговорило много мав. Об основе. Нет, ну игрок номер один, как бы ничего такого, речь нормальная, по сути. Ну, неплохая. С игроком номер один я бы еще поиграла. Игрок номер два. Может, действительно впечатление от прошлой игры, но у меня ощущение какого-то не очень хорошего эмоционала. Игрок номер три, этот эмоционал как бы спускает на мази, и поэтому играет с 2 и с 1, и поэтому я не могу с ней поиграть по позиции. Ну, за скобками это неоднозначно, мне это не нравится тоже. Игрок номер 4, тоже. Я понимаю, почему один за скобками, но не знаю, мне не понравилась ваша поддержка игрока номер три, поэтому мне, может, это показалось. И это время. Может, это мне 6. Показалось. Доброе утро, город. Тут такое негладенькое начало какое-то. Хорошо. Первый игрок поговорю как бы нормально, вроде как и придраться, правда, ни к чему, но и как бы и прям похвалить не за что. Так что, как и все, в принципе, оставлю за скобками. Достаточно безопасный вариант. Теперь, правда, двойка тоже достаточно хорошая речь. То есть я поиграл, но аккуратно. Теперь, у меня как бы странная ситуация между 3 и 4. Как бы четверка не взяла тройку, несмотря на то, что тройка озвучила, в принципе, тоже позицию насчет 1 и 2. То есть, не знал, насчет 3 и 4 вполне может сидеть один мап. Не сказал бы, что здесь много мапов, но сказал бы, вполне может, конечно, сидеть такой от 1 до 2, но не более, как по мне. Так, дальше. То есть, с кем я буду играть? Вы играете же с 1, не, 1 за скобками, 2 вы играете? Для вас два более красные, чем один. Один более красный и два тоже более красные. Ну, да. Я по один оставил за скобками, тогда поиграл два. И, пожалуй, пять все же поиграл, но чуть более аккуратно. Вот так вот. Один за скобками, 3-4. Если выбирать, я не знал, кого выбирать. Мне кажется, тройка, потому что четверка не совсем понял придирку. Доброе утро, город. Да, как-то пошла такая вот... Я люблю уж паровозики. Паровозика тут нету. Вообще, паровозик устроился, и все прекрасно. Как это... Да, вот один, ну да, один. Я ничего не видел черного, ничего не видел красного. Ну, пусть будет скопление, либо серый, либо скопление, так как бы. Два прибита немножко после большой игры. В принципе, можно ее понять. Скорее, там была прибита, если бы она опять получила бы либо шрифт, либо красный. Так что я бы, наверное, Черная опять нажала шрифт. Да, ну, в общем, 3-4, что там, 4 у меня более красное, чем 3. Я бы больше... 5 у меня самое там. 4-5 у меня 5 самое красное. Я поиграю спокойно, наверное, 5, 6, 7. И вот, если 4, сколько брать, я взял бы 4. И это время. Доброе утро, город. В общем, кошмар. Игрок номер один мне не нравится, сразу скажу, что он очень, то есть обычно он когда
черную карту вытягивают, он так задорно рассказывает на таком подъеме. Вообще спорт — черная тема, тупые бандиты, качки. И второй игрок, который его поддержал, тоже не играя ни один, ни два. Обоих эмоционал мне не понравился, и три мне не понравился тоже. Один, два, три не нравится. Игрок номер четыре нравится, и если его отстрелят в очередной раз, опять скажут, что Дизель с ним играл, он был красный, значит, он красный игрок. Проверяйте меня. Не нравится мне один, вот сейчас, на этом кругу не нравится один, три и десять мне не нравится. Вот я бы по интуиции, вот так по эмоционалу, как-то вы не по-красному сидите. Не играючи. Хорошо, ну проверяем. 4-8. Доброе утро, город. Честно, по речи хотела поиграть с номером. Начнем с номера 8. Хотела. Прекрасная речь была в конце. Что вам сделал игрок номер 9? Он слова еще не сказал. Не играю с вами вообще. Не играю. Между 3 и 4, я думаю, что там разрисовывается какой-то разноцвет. Как-то играю с игроками. Обычно я всегда называю, с какими я хочу играть. Хочу играть с игроком номер 6. Мне понравилась ваша речь. Номер 7. Так себе не очень. И хочу, хотя вы почему не взяли игрока номер 1, я не знаю. Мне, например, его речь понравилась. Я его хочу взять в команду. Потому что на первой речи я сама знаю, как играть. Мне плохо. Я вечно какой-то что там делаю. Игрок номер 3. Я вас очень хочу взять в свою команду. Я вас еще хочу послушать. Вы мне больше понравились, чем игрок номер 4. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 10. Так, окей, придется это все как-то резюмировать, весь этот балаган. Так, значит, у нас так получается, 3 минус 2, 4 играет уже. Знаете, вырисовывается разноцвет 4-5 пока что. Дальше шестерка немножко запутывает, потому что четверка просит пятерку на проверку. Это уже хоть какое-то, хоть что-нибудь. Я не видел. Я видел. Теперь. 6. Вы играли что-то там 3-4, потом. С кем вы играете в конечном итоге? 2-5. И может быть 3. Опять не очень хочется. Ну ладно, хорошо, допустим. Дальше. 10 секунд. Ваша позиция вообще непонятна. С вами играя. Знаете что? Вот играю 2. 4-9, а остальных еще буду слушать. Мы переходим в ночь, надеваем маски, садимся в позу ночного жителя, голова опущена. В городе утро. Утро недоброе для игрока под номером 7. Ваша крайняя и право лучшего хода. Напоминаю, мы не жестикулируем, пока не озвучен лучший ход. Ваша минута. Ну, если тут нет лишних мотивов, я предположил бы игрока очень номер 2, но вот здесь как бы мы играем так вот. Это а пол игрок номер 2. Мне очень не понравились как бы игроки вот, по прошлому номеру. 8 что-то тут намудрил. Давайте, мне тоже не понравилось игрок номер 6. Я бы ставлю в лучшем ходу так вот, очень жестко. 6, 8, 2. 2, 6, 8 принято как лучший ход, можно спекулировать. Нет, как бы... Для меня вот 5 наиболее красных, потому что ходу 10-10. Я не шериф, просто красный игрок, которого просто убили под раздачу. В общем, шериф за столом, здесь разберетесь, как бы стол довольно сильный. 5-10 так, наиболее красных за столом я оставляю. Более сильных игроков, более красных. А зона риска это вот... 10 секунд. 8, 6, 4. Удачи, красный город, победа. Мы прощаемся с игроком. Этот день открывает игрок номер 2. Доброе утро, город. Игрок номер 6, я прошу прощения. Игрок номер 6. Я прошу прощения. И вы спрашивали на проверку. Или 3, или 4, правильно?
9 уже. Я поняла. Смотрите, выставляю игрока номер 3. 3 принято. В отместку. Одного убила. За прошлую игру второго выставляю. Ну как объяснить еще? Подождите, госпожа Джейсика. Госпожа Дейнерис. Я выставляю вас не жестко. Давайте так. Давайте так. Я выставляю вас не жестко. Почему? Потому что мне вот это вот противостояние между вами и Джессикой. Нету никакого. Вы ей не понравились. Вы не жестко. Вы просто стоите. У нас нельзя отзывать. Все. Красный город не голосует, госпожу Дейнерис. Она красная. Так? Так. Все. Будем смотреть, что будет дальше. Ну что мне остается? Выставляю игрока номер 2. Смотрите, я сказала только по нулевому кругу позицию по вам двоим. И вы сейчас, это шерифская заявка, вы не шериф, я красный игрок, я сразу присыпаю. Мирный город, это не шериф. Если она будет скрываться потом, не верьте, я красный игрок. Это, вот сейчас это было шерифское выставление, но я-то знаю свой цвет. И госпожа Тата, вы не шериф. Так что я за то, чтобы проголосовать двойку. Тройка, четверка, нету разноцвета. Четверка поиграла по тем же позициям, что и я, но не взяла меня, потому что у нее паранойя, она никогда со мной не играет. Все, нету разноцвета. Чем с восьмеркой тоже не играю, с девяткой, десяткой осторожно поиграю, шестерка речь понравилась, пятерка ни с кем не поиграла, я не понимаю, я буду вас слушать на этом кругу. Спасибо, пас. Доброе утро, город. Интересно, здесь такой замут получился. Ну, я вам скажу, мне по нулевому кругу, что мне не понравилось. Мне не понравился игрок номер 5, мне не понравился игрок номер 9, мне не понравился игрок номер 6. Игрок номер 8, у него речь была, конечно, не в дугу совершенно абсолютно, но я не могу сказать, что это была черная речь. Ну, может быть, я могу... Совершенно ошибаться. Я еще не знаю ваш цвет, я вас еще тоже должна послушать, вы у меня пока что еще за скобками. Окей? Все, еще. Вы еще не говорили. Поэтому, что тут происходит? Это интересно, конечно, то, что тут сейчас произошло. Я не могу сказать, что у меня 3 была прямо сильно, не очень понравилась. 5 мне не понравилось. Почему? Потому что 5 перепутала. Она сказала, да, вы сказали, что я поиграла с 3, я с 3 не поиграла. На 5 номере, после того, что я 2 секунды до этого говорила, это чуть-чуть по черному, как по мне. Поэтому я хотела вас проверить. Тем более, что память у вас, насколько я помню, хорошая. Доброе утро. В живом порядке я согласна с выставлением игрока номер 2, потому что сначала выставляет, потом выставляет. Такое яркое выставление, это обычно шерифское, вдруг сразу объявить красным, это очень антишерифское поведение. Игрок номер 3 и номер 4 были согласны по позициям, и выставляли чисто по старой памяти, это, извините, два зарубившихся красных, а не разноцвет. И нечего тут сгущать краски и искать себе врагов там, где их нет. И дальше. Игрок номер 6 действительно призывал к логичной проверке между 3 и 4, которые зарубились и красные, и зарубились чисто по старой памяти, что порадует за столом, но это мое мнение. Дальше. Игрок номер 7, я думаю, что ушел по красному, потому что не было никакого черного поведения в его уходе. Так, между 8 почему-то... 10 секунд. 8, действительно, 8 и 10 странно себе вели, да. Насчет 9 мало опыта, 9 не уверена, но мне не понравился вот этот вот капитан Смолет. Доброе утро, город. Так. Так, с кем я буду играть? Давайте озвучим 3, потому что согласен с номером 2. 2 ничего, кроме втапливать в 3, на своей речи не сказала. Даже если она уйдет, и даже если это красный игрок, она не помогает разбираться в город. Это логично. Пятерка вроде сейчас разобралась нормально. И она сказала, она не выставила, но сказала, что она согласна с вставлением двойки. Соответственно, она тоже поиграла. Команда 3, 5. Теперь, надо будет послушать оставшихся, кто сказал. Потому что один просил меня проверку, то есть, ну, как бы, я послушаю, что он скажет. Дальше. Четверка не хочет играть с пятеркой, насколько я понял до этого. Так что я с четверкой играть тоже не могу. Я не играл ни с двойкой, ни с четверкой. И восьмерка, и девятка мне тоже не нравятся. Почему восьмерка? Восьмерка начинает какое-то вообще странное. Десятка ему не нравится изначально. Ну и девятка мне не нравится, которая говорит, я так хотел с восьмеркой поиграть, несмотря на то, что он единицу назвал подозрительным, а вы его взяли себя в команду по новому кругу. Так что мы вдвоем подозрительны. И десятка, конечно, тоже не очень понравилась, но, наверное, здесь из этой троицы покраснели.
Доброе утро, город. Ну, во-первых, то, что я сказал подозрительному игрока номер 10, хотя он еще не говорил. Ну да, он ведет себя подозрительно, чисто интуитивно, по просыпанию, как он себя ведет, как он сидит. А почему нет? Ну, я его спровоцировал, посмотрел на его реакцию. Что тут в этом черного было? Вот. Так, игрок номер 1 я еще послушаю, но он мне продолжает не нравиться. С кем я сейчас смело только могу играть? Это с игроком номер 4, позиции которого мне подходят. Вот. Только с игроком номер 4. 6 тоже для меня под подозрением. Я не стану его выставлять, но я хотел бы, чтобы его проверить. Игрок номер 10. 4 сказали разные. Игрок номер 10 я допускаю, что может он шериф. Это было шерифское поведение. Поэтому я его послушаю. Пока, но все равно под подозрением. Я пока играю только игрок номер 4 и больше никого в команду взять не могу. Доброе утро, город. Ну, такого я честно, такого еще не помню. У нас вообще такой бардак тут творится. 10 я не играю, значит, на сегодняшний момент. Двойка не играю. Категорически. Шестерка, я сами уже тоже не играю. Кого я хочу взять в свою команду? Вот сейчас, на данный момент, вот то, что я говорила на прошлом кругу, я хочу играть с номером 3. И мне нравится ее речь, как бы я согласна полностью с ее речью, играю с номером 3. Спасибо, пас. Спасибо, это номер 10. Так, придется озвучить заново. Я чуть-чуть переобуваюсь по двойке, я играю сейчас 3, 4, 9. Вот так. Выставляю игрока номер 5. 5, принято. По предыдущей речи, путанье позиций, по этой речи, и очень быстро, и очень эмоционально, и при этом еще и пытается оправдаться. Все время пытается оправдаться. 5 голосуется еще как. А мы же заголосуем 5. Вот гладиолус. В конечном итоге, после всего, еще и гладиолус туда добавлю. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 1. Так, 5. Подожди. 5 почему не голосуется? Вы кто? Красная проверка, шериф. Нет, шериф. Молодцы. И кого проверили? 3. Красная. Да. Молодцы. Хорошо. И кто еще? Нет. Есть единственный шериф, 5 не голосуется. Почему? Почему? Так же правильно, нет, делать. Ну, есть еще один здесь шериф. Если 5 не голосуется, 5 шериф и тройка красная, для меня 3-4. Да, понятно. 5 черная. Хорошо. Хорошо, да. Я все-таки играл с тройкой четверкой, я вам сказал. С тройкой четверкой играл, пятерку я как-то не знал. Потому что если она единственная шериф, и никто не был, я должен был доверять ее. Двойка не понравилась, восьмерка тоже не понравилась. И мне сейчас понравилось. Я играю 3-4-9-10. Вот так вот. 3-4-9-10. Пятерка мне не нравится, шестерка мне не нравится, и двойка мне и восьмерка тоже не нравится. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 3-2-5. Голосуем в порядке. 3-2-5. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 3. 0 голосов. Кто-то, чтобы стол покинул игрок номер 2. Спасибо, принято. 4 голоса. Поставьте руки, кто не проголосовал. 5 голосов. Входит игрок номер 5. Игрок номер 5. Ваша крайняя. Включите, пожалуйста, песню «I shot the sheriff». Я же следующей проверки сделать не буду. Давайте. Паранойте стол, включайте ее. По-моему, эти милые черные обозначили друг дружку. Вот вам нужен шериф. Вот тут откачивает после того, как заголосовали шерифу. Вот вам ваши черные, драгоценный город. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. В городе осталось 8 игроков. 4 в 4. Уходим. Надеваем маски, садимся в пост ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах.
городе Утро. Утро недоброе для игрока под номером 3, ваша крайняя. Ой. Знаешь, господа, вы сейчас выносите Джессику без вопросов. Без вопросов, баланс или не баланс. Пятерку нельзя было трогать. Это шериф, и я понимаю, но вы не имели права это делать. Вы не имели права. И сейчас уходит номер 4. Вот. И я считаю, что... Окей. Тем не менее. Я думаю, что... Так как пятерка единственное, что озвучила, что тройка у нее... послушайте меня. Моя последняя минута. Джессику вы еще услышите. Джессика, прекратите жестикуляцию. Четверка. Не знаю насчет двойки, но я бы двойку тоже не... То, что отстрелили меня, это значит, я была ее красной проверкой. Я думаю, что, возможно, она и была настоящим шерифом. Mm-hmm. Сейчас уходит четверка. Спасибо, Паша. Значит так, смотрите. Я попросила 5 на проверку, мне открылся 10, что он проверил 5 и что она у него черная. Поэтому я взяла на себя шерифство. Сейчас мы пхенати, в баланс уходит 10. А что делать? Окей, у меня сейчас тоже чуть-чуть проблема. У вас, да, проверки гения для меня, окей, то есть 5 черное, 8 красное сейчас. 8 я видела красным. То есть мне в принципе, это все гении. 3 я не видела красное. И 3, значит, и 5, когда она открылась, она сказала 3, так вот, как будто было вообще... Я, в принципе, локоза и гений, что это вот. Но вместе с этим у меня сейчас баланс, и поэтому я выставляю игрока номер 10. 10 принято. Окей? У меня сейчас критика, друзья мои, окей? Может быть, я ошибаюсь. Я думаю, что мы правильно снесли 5, но я могу ошибаться. Я вас послушаю, но пока что вы у меня стоите. Спасибо, Пас. Спасибо, Руслан. Какое у меня желание выставить 1? Но все же, несмотря на то, что сейчас должна уходить баланс, вы не видите, что здесь баланс. Мы снесли шерифа. Шериф должен был сидеть. Должна была уходить сопозрительный игрок. Что вы несете? Надо сейчас вынести 10 баланс. Короче, вы вообще, я выставил... Вот для меня он подозрительный. И как бы, не знаю, вполне может быть. А я не буду ставить 10, потому что сейчас баланс. Понимаете? По этой причине я только вас не выставляю. Вы для меня очень подозрительный игрок. 10, вполне может быть, что 5 уходило в шериф. Я не знал, с кем мне, честно, здесь играть. Вполне может быть, что 8 красных. Вполне может быть, что 8 красных. И вполне может быть, что 9 красных. Потому что вы начали такую речь говорить, что я становлюсь с вами разноцвет. Знаете что? Кто черный? Вы для меня подозрительный. И для меня вполне могла уходить пятерка шерифом. Если она уходила, в таком случае десятка, может быть. И плюс смотрите, что она говорит. Он скрылся четверки. А почему он скрылся? Он ее не проверял. Зачем было скрываться? Вы проверили. То есть так он сказал, я что... попросила проверить 5. Вы просили проверить 5, я этого не видел, честно. И это время. Доброе утро, город. Поддерживаю выставление игрока номер 10. 10 стоит. Стоит. То есть сама начало. Да, в балансе, именно в балансе. Самое начало для меня было тройка черных 1, 3, 10. И сейчас, то есть, то, что было озвучено госпожой Джессикой, для меня полностью подходит и совпадает с моей позицией, как играл с самого нуля с ней, до сих пор играю. Топ-3 красная. Ну, хорошо. Ну, я проверил, меня проверили, я красный. Я ошибся насчет нее. Он проверил. Но все равно он должен в баланс уйти, второй шериф. Какие вопросы? Я выставляю игрока номер 10. 10 секунд. Спасибо, Пас. Спасибо. Доброе утро, город. Так, я по-быстрому. Значит, я поддерживаю выставление игрока номер 3. Поддерживаю, что она сказала, что выставить номер 4. Простите, я неправильно сказала. Почему? Потому что нет. 10 сидит. 10 сидит. 10 сидит. Нет. Нет. Я вам не верю. Я вам не верю. Все, я не верю вам. Вот и все. Я с самого начала круга я с вами не играю. Я с вами не играю. И я контрольно выставляю карту под номером 4. И буду голосовать четверку. Десятку я верю, что десятка шире. Спасибо, Пас. Спасибо, я потом 10. Доброе утро, город. Предположим, я уже шериф, окей? Mm-hmm. А пятерка шериф. Замечательно. Значит,
А зачем мне ее давать черной? Мне лучше снести какого-то неизвестного игрока, присоединиться к другой команде. Тут выставляли 8, там выставляли 2 стройкой зарубились. Я лучше бы туда проголосовал. У нас критика за столом, я бы крикнул отстрел. Если я уже шериф, я выношу неизвестного игрока, кричу отстрел, все, пока. Но этого не произошло, Горд. И никто отстрел не кричал. Это то, что я бы сделал, получил уже шерифом. Вы играли со мной с самого начала, вы красная. Что? Зачем мне это делать? Зачем мне черную выносить? В баланс выносим меня? Замечательно. Я выставляю игрока номер 6. Замечательно. Вы хотите в меня сносить в баланс, а потом 6? Угу. Хорошо. Моя команда 2-5-6. Сходится у вас 2-5-6? И это время. Игрок номер 1. Ваша команда 2-5-6. Черная команда 2-5-6. Давайте действительно десятку. А девятка мне сейчас не понравилась. Девятка мне не понравилась. Не девятка, а двойка. Мне что-то с двойкой, тройкой для меня красная, конечно, была тройка. Двойка вообще. Просто... Я вас вообще не знаю. Шестерку, вы хотите ли десятку все-таки это? А почему нет? А почему нет? Если один шериф ушел, почему не десятку идет? У нас красная проверка. Отлично. Для меня пятерка все-таки черная. И сейчас девятка мне не нравится. Я не скажу то, что я хотел сказать, здесь потому что это слит игру, ну, конечно же, не буду. Давайте десятку все такое, давайте в Мисхак Амити будем играть. И это время, и вот номер 2. Доброе утро. Да, давайте по правилам. Правильно, госпожа Джессика? Из того, что я понимаю, у нас ушел один шериф, есть второй шериф. У вас нет черных проверок, правильно же? Нету. Ну, то есть, как будто, я поняла, ну, Зео, это та проверка, которая так и так бы понятная была. Ну, конечно. Я согласна, то, что госпожа Джессика сказала, я абсолютно с этим согласна. Один шериф ушел, второй уходит. Что делать? Не нужно было выносить тогда пятерку шерифа? Тогда не нужно было выносить? И знаете что, мне не очень, я вас поняла, может быть это такая же ошибка, как у меня на прошлой игре была. Вы мне девятку показываете красной, сейчас показывают восьмерку красной. Я когда вас даже показывала, я его спрашивала, и его я всем показал восемь красных, всем. Я спрашивала сама лично, не для всех, а просто сама себе. Вас просто. Вы мне показываете девятку, я говорю, для всех. Тата, второй фол за задержку речи, я пройду пополам. Биби, 2 фола, Тата, 2 фола, Джессика, 1 фол, Эйлер, 2 фола, Дизель, 1 фол, Грегис, 1 фол. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 10, 4, 6. Голосуем в порядке 10, 4, 6. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Спасибо, принято. 4 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 4? Спасибо, 0 голосов. Поставьте руки, кто не проголосовал. И игрок номер 10, ваша крайняя. Ладно, Город, в принципе, вы сыграли в баланс, у вас, да, есть право на ошибку, критики нет за столом, 5 была черная. Так, я жестко завещаю красными 4 и 8, жестко, абсолютно жестко 4 и 8 красные. Четверки незачем было от шерифства уходить, и она прикрывала меня. Четверка жестко прикрывала меня, ей незачем было сходить в шерифство, для того оставаясь черной. 4-8 красный. Спасибо, пас. Мы прощаемся с городом. В городе наступает ночь. Ваша крайняя.
4, 8 же красная проверка. Ну ладно. Значит, смотрите. 8 у вас красная проверка, и я считаю 10 больше шериф, чем 5. Для меня 2 и 6 это 2 черных. Окей? 2 и 6 это 2 черных. Вы должны внимательно слушать. Почему вас проверили, между прочим, это потому, что вы десятку по нулевому сказали, что он, скорее всего, шериф. Окей? Поэтому вас проверили. Такое не говорят, даже если вы это думаете. Это не хорошо, потому что вы на него наводите подозрения. Но мне не нравится из вот этого всего, мне не нравится 2 и 6. 6 больше, чем 2. Я бы сначала 6, сначала потом 2. Может, сначала 2. Нет, 2. Сначала 2, потом 6. В принципе, не важно. Спасибо, прощаемся с игроком. И это действительно. Доброе утро, город. Мне ничего не остается, кроме как выставить игрока под номером 2. Что игрока номер 2? 2 принято. Что происходит, по сути, потому что у нас такие команды разложились. Как бы вы искали запутанную речь, я сказал запутанную речь. Поэтому мы сейчас вынесли в баланс этого, потом этого. По идее, сейчас должен кто-то из нас уходить. Логично. Как бы, либо, ну я знаю, что я красный, поэтому я выставляю вас. Логично. Как бы, один со мной начал даже более-менее меня понимать. Так что с один поиграл. Для меня последняя речь, когда 10 поговорил уже на уходе, он вполне может быть шерифом. То есть тогда я играю с 8. То есть, а девятка, если ее к ней обращался, я ему говорю, что более красный игрок, то остаетесь только по остатку вы. Так что я выставил вас. Это логично. Теперь, как бы было очень странно, я не считал, это было правильное решение выносить пятерку сразу. Это была, правда, ошибка, потому что мы не дали даже возможность посмотреть проверки. Мы не дали возможность определить, кто шериф, а не кто шериф. Единственное, что я помню, что она играла с тройкой. 10 секунд. И, насколько помню, то есть было такое, было такое. Десятка, конечно, вскрылась четверки, я понял, почему она позвала, потому что она просила на первую руку 5. Вполне возможно, что и 10, вполне возможно, что и 5, но меня пустили. And this your time. Next player. Доброе утро, город. Ну, что, next player? Доброе утро, город. Для меня пока что, ну, 2, с игроком номер 2 понятно, но для меня 6 тоже под подозрением. И я бы выставил сейчас игрока номер 6. Вот. Почему, кстати, отстрелили игрока номер 4? Вероятно, это красный игрок с наименьшим, как бы, наименьшим номером. То есть до него там, как бы, черный там сидят где-то до него. Так что выставление игрока номер 2 меня устраивает. Я бы выставил игрока номер 6. Но я не хочу сейчас путать город, чтобы сейчас было тут... Да, 2 уходит, правильно, сейчас... Сейчас уходит игрок номер 2. Не хочу выставлять игрока номер 6, чтобы не было путаницы и разброс голосов. Спасибо, пас. Спасибо, игрок. Доброе утро, город. Я с вами не согласна. Игрока номер 6, он правильно отметил, что у него тоже очень путанная речь. Я как бы, у меня в балансе получается. Я не знаю. Мне номер 1 не нравится. Не хочу я с ним играть. Номер 2 мне тоже не нравится. Ну, так как я в зубы играла с номерком 10, я защищала, потому что я верила, что это шериф. Так если он ваша проверка, я играю с вами. Получается, вы красный игрок для меня. Я выставляю игрока номер 6. Так получается. Спасибо, пас. Спасибо, игрок. Так, действительно, надо выносить сейчас двойку. И речи... Мне тоже восьмерка мне не понравилась. Ну, для меня десятка шериф и восьмерка красная. Мне восьмерка не понравилась. Вот так вот. Сейчас вы красный, я с вами играю. Играл тоже с шестеркой, пятерка не играла с шестеркой. Для меня 5 и 6 оба в черном. Не думал, что 5 и 6 обои, они там черные. Для меня 5 вообще там начало говорить. И вы тоже начали говорить. Вообще нету аргументы. Играете не единицей, вы нравитесь десяткой. Мне непонятна ваша речь. И двойка тоже непонятна. Речь, то и... Тройка и четверка, я знал, что тройка и четверка обои красные. Пятерка это тоже сказала, но пятерка сказала после этого то, что я уже показывал. Она мне пыталась убеждать. Вот так вот. Для меня шестерка красная, восьмерка красная. Уходит 2, после этого, не знаю. После этого посмотрим, кто оценится, кто это. Посмотрим, дошедем до... Я сейчас обращаюсь к вам, красная проверка. Недавно, вот недавняя речь была, 6 и 1 жестко стали в разноцвет. Сейчас вот они оба кричали, помните, 6 и 1. И сейчас они оба топят меня, вместе и дружненько. Джессика, красный игрок, уходила и говорила, один черный между 6 и 2. Но все взялись дружно топить в 2. Значит, точно не 2 черный. 6 игрок был черный.
Джессика говорила, теперь десятка уходила и давала точно красный Джессику. Так давайте к Джессике прислушаемся. Понимаете, я свой цвет знаю, я красный игрок. Вы как-то так мечетесь, понимаете? Я сначала как бы вас слушаю, вроде да, красные речи. Тут, что вы десятку не видели. Сейчас вы видели. Сейчас вы с ним в разноцвет только что встали. Я не могу вас понять. Понимаете? 10 seconds. Вы красиво меня выставили, приятненько. Вы черный игрок. Понимаете? Ну, в смысле как, деликатно. Вот это я умела. Так что я считаю, что вы... У нас кого хоть два. Игрок номер 6, это ваш третий фол. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 2-6. Голосуем в порядке 2-6. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Спасибо. Принято. Поставьте руки, кто не голосовал. Игрок номер 2, ваша крайняя. Она сказала 6 и 2. Понимаете? И вы сейчас просто это не вас убеждают. Вы сейчас убеждаете. Кто черный? Вы у меня черный. Что 2 в 2? Сейчас и будет вам 2 в 2. Вон пусть красная проверка радуется. Ну все, вам осталось разбираться. Спасибо, пас. Спасибо, прощаемся с игроком. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в пост ночного жителя, голова опущена, руки на плечах. Маска выходит в маску. Маска выходит в маску. В городе утро. Утро недоброе для игрока под номером 8, ваша крайняя. Так, ну что, тут давайте разберемся. Да, 2-2 не наступило. 2 выставило 6. Не знаю. Ну, да, игрок номер 9, 100% красный игрок. 6, не, то есть мне не нравился игрок номер 1 с самого начала и далее, и сейчас он мне, в принципе, не нравится, но моя, как бы, позиция основана более на интуиции, чем на каких-то конкретной позиции. На последнем кругу я хотел выставить игрока номер 6. По завещанию 4 ушедшего, она говорила, что 2 и 6. Мне даже показалось, что она сказала жестко 2 и 6, а не между 2 и 6. Мне кажется, что более 6, чем 1. Хотя я могу ошибаться. И это время. Мы прощаемся с игроком. И этот день открывает игрок номер 9. Доброе утро, город. Я по-прежнему утверждаю, господин, я к вам обращаюсь, господин Бин. Я знаю, что я вам не нравлюсь. Мне, честно говоря, ладно. Я проголосовала на прошлом кругу 6. Меня никто не поддержал, только номер 2. Я к вам обращаюсь. Я к вам обращаюсь. Я выставляю игрока номер 6. Принято. Спасибо, пас. Спасибо, мне больше нечего сказать. Это фол за задержку речи. Мне не нравится это игроком номер 8, который красная проверка и тупо топит только в единицу. То, что она не нравится, просто так. То, что все вот игроки, у нас трое игроков сейчас. Никто даже не сказал, кто для них черный, кто для них красный. Вообще, девятка, с кем вы вообще-то играли? Вы играли только с двойкой. Вы играли сколько двойкой? Пятерка ушла. Я думаю, что все-таки, да-да-да, двойка черная, потому что два не наступило. У нас тут одна мафия сидит, и двойка с девяткой только играла, и двойка не играла с шестеркой никогда, двойка не играла с единицей никогда. И у нас тут, да, у нас тут трое игроков, которые не проверены. Я знаю мой цвет, я думаю, что шестерка правильно сделала своим балансом десятки, потому что это очень помогло нам, очень помогло. А девятка не поддерживала. Ничего не остается. Устроя как под номером 9. Объясню, почему. Для меня подозрительно. Она голосовала с двойкой. Двойка ушла черная, потому что она завещает 1, 2, 3 и 6 черных. Наступило 2-2. Наступило 2-2. И наступило. А с кем вы голосовали? С двойкой, которая оказалась черной. Если она ушла, значит, и у нас не наступило 2-2.
Соответственно, она черным игроком уходила. Ну, а кто еще черный? Восьмерка черный сам себя застрелил. Конечно. Десятка, не знаю, уходила черным, вы с ней играли. У вас кто уходил? Кто у вас еще в черной команде находился тогда? Ну, в общем, скажу так, для меня должна уходить 9. Если один сыграл, то если один маф, но я думаю, нет, потому что мы, конечно, были сначала в разноцвете, но потом мне, правда, не понравилась девятка. Мне потом передумал насчет пятерки, потому что сначала я так пытался относиться аккуратно, потому что все тупят в пятерку, никто не играет, все играют в десятку, я подумал, вполне может быть. Так что, не знал, тройка уходила красная, она завещала носить четверку, четверка застрелила, ее убили, двойка ушла, так что я сейчас в любом случае, да, пятерка и что-то про меня говорила, если вы это сыграли, то это правда будет хорошая игра. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 6-9, голосуем в порядке 6-9. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Спасибо. Принято. Поставьте руки, кто не проголосовал. Игрок номер 9. Ваша крайняя. Спасибо, молодцы. Мафия. Мы начинаем с игроком и объявляем победу города. Мафия, 2, 5, 9. Шериф, игрок номер 10.